Я уже устал. Что ты устал? Ты ничего не сделал. Устал ты. И вообще ты говорила то, что будет маленький огород. Так маленький огород. Где ты видишь большой? Он маленький. Действительно. Ой. Маленький. Ну так вот, смотри. Много? Больше, чем меньше, чем в прошлом году. Палисадничек совсем. Совсем палисадничек. Ну смотри, ну. А много, смотри, много еще сажать? За день сейчас его этот самый и посадим. Что нам тут чуть-чуть совсем? Да, действительно, конечно. Я его скопала за 2 дня. На 2 года. За 2 дня скопала. Ты вот это за 2 дня скопала? Да, пока ты там шлялся, матери не помогал. Мать работала. Как ты... Как дала бы сейчас лопатой вдоль телятины. Ну все. Давай. А где папа вообще? Папа на работе. Там грядки будут. Куда такой большой огород? Мать, ты сумасшедшая? Мать сумасшедшую назвал, да, большой-то, обман зрения, ну неправда, сейчас этого даже мало будет, обман, смотри, сейчас 2 шага туда, все закончилось. И куда это немного будет? Немного. Так, морковки. Куда это все девать? Лук у нас вот здесь вот будет, 27 грядок лука, морковки вот здесь вот сейчас сделаем, сейчас нужно эти самые, сейчас бери грабли, Ты всю деревню решила снабдить? А чё? Тебе в общежитие брать будешь с собой? На учебу? Покупать деньги тратить будем потом. Сейчас вырастем, зато покупать не надо. Так, тащи морковку сюда. Вот там у нас будет 40 грядок морковки. Ага. Свеклу, наверное, там посадим. Кабачок. А мы кабачок взяли? Да. Там кабачок за бугром посадим. 67 грядок посадим. Чего? А вот картошку? Кабачки люблю я. Его сажать не надо, укроп. Его просто так брось, вот так вот просто в пакетил. Лес вырастет сразу. 2 года потом не вытравишь его. Матери никто помогать не хочет. Вот. Давай лопату, я буду копать. Растут они, я не знаю. У прошлом годе выкинул его вот туда. За забор. Мам. Приполз. Господи. Парень стоит, матери не попасть. Ну я говорил, дай лопату. Не надо, мама сама все сделает. Ну, а как я тебе помогу, если ты говоришь, что я все сама? Ма, ты что, мышей боишься? Зуби, вот такие зуби. Иди убивай ее. Нельзя мышей убивать. Иди что-нибудь сделай. Не буду я ее убивать. Свекла повырыть, погрызет. Все сожрет там. Динозавр там ходит. На. Какой динозавр? Ма, там мышка обычная, маленькая. Господи. Штанобит и ружь. Это была... Набросилась на меня там. Да где набросилась? Она тебя испугалась. Господи. Анаконда целая. Чувствуешь? Что я чувствую? Весна? Что? Вон. Ворон орёт. Тварь такая. Капусту мне опять погрызёт. Пристрелить её надо. Не надо никого стрелять. Что за тварь такая? В прошлом году мне всю капусту погрызла. Слышь, и корни вытаскиваешь все. Повытащить надо всё. В смысле все? Как их все вытащишь? Я вот так... Но как? Нельзя оставлять? Сейчас же оно сейчас быстренько все вылезет уже через неделю. Не вылезет. Надо же, чтобы потом не полот меньше было. Нужно корни вот так вот раз, все собираешь вместе и все. Зачем вообще такой большой огород? А тебе что делать? Тебе что еще делать? Компьютерные свои игры играть? Сейчас уже никто такие большие огороды не держит. Все уже все покупают. К этой самой гулянке ходить? К своей. Кому к своей? Девушке. Где твоя девушка? Почему ты ее не привел? За ограду все кидай. К соседям? Все эти камни вот эти вот все тоже вот туда. Тедин. Соседям, конечно. У Тедина вырастет бурьян. У Тедина пусть и сама свой бурьян и полит. Я к ней все корни кидаю. Она к нам, правильно. Она вон посадила уже, смотри уже. О, у нее в лук уже взошел. 1, 2, 3. Да, вот так вот берешь и перекидываешь. Ма, 16 грядок капусты. Вот только начали. Я уже устал. Что-то устал, ничего не сделали еще. Куда так много? 3 часа только поработали. 3 часа только поработали. Вот действительно. Щи потом жрешь за 2 года. И ничего, счастливый. Мама, как вкусно. Как маме, вот паразит ты, а вот ты, я вас телят повырастила. Но ты правда одна вкусно там, готовишь. Со своей учебой, со своей кабель. И второй тут мне тоже. А вообще, что она... гулять. Что она потом, не приехала? А потом, мама, дай, мама все дай. А помогать маме кто будет? Никто не будет помогать. Мама, дай. А что она не приехала? Мама только сделай, мама только это, 5-10. Ну все, ма.
Сейчас отдохнем и вот все, 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 опять копать начнем. Делать. Все мать должна делать, конечно. А мать никто помогать не будет. А никто мать помогать не будет. Вот еще. Давайте еще. Давайте еще в дом престарелых меня еще сдадите. Конечно. Сейчас только вот захвораю и все. Говорим, все. А, папа же ее накрывал. Папа накрывал, не полностью накрыл, надо до конца ее накрыть теплицу. Клеенка там вот лежит. Надо накрыть, мне же помидоры надо посадить. У меня там вот это самое. Она же двухметровая, как я достану? Так. Че? Ты давай не поясничай. Давай тут мне этот самый, сейчас будешь делать все. Я и так делаю все. Ага. Вот помру. Что без меня делать будет? Куда? Вот мать помрет! Куда ты помрешь? Потому что ничего не хотите матери помогать. Помру и вообще... Похороны сейчас дорогие. Ты думай об этом. Вот да. Я поэтому до сих пор еще жива. Дорого. Кошмар. Ты Наташу вон хоронили. Ой, какой ужас. Столько денег. Одному этому священнику, сука, отдали. Какой кошмар. Я думал, они бесплатные. Нет, повторяю, платить надо. Я здесь по молодости с твоим отцом. Ой. Мы же с ним на огороде на этом познакомились. Какой артист. Я уже 12-й раз слышу вот эту историю. На грядках. Раком. И он здесь. На тракторе. Бородило здесь на тракторе. Такой трактор. И я там. Папа рассказывал по-другому. И он потом вот ехал на тракторе и врезался вон в эту дерево. Разломал на трактор. А папа рассказывал по-другому. То, что ты засмотрелась и головой в грядку уткнулась. Ну, конечно, наговорит он тебе. Посмотри, конечно, что было. Я еще здесь с твоим папой, вот здесь вот у меня вот мне кольцо подарил как-то. А где красиво она... такое, с камушком. А где она сейчас? Пади не настоящая, но вроде говорит, дорогое. И вот здесь в наградках потеряла, я до сих пор не могу найти. Вот копаю, копаю каждый год. Каждый год копаю, вот сегодня могу найти его здесь. Так вот почему ты именно здесь копаешь. Нет. Ты хочешь, найдешь, вот иди копай. Найдешь. Она моя? Да. Я папе все расскажу, то что моя мышка. Я пошутил, прости.